Добрый день, дорогие зрители канала «Ваша дача». С вами Татьяна Башмакова. Сегодня я с вами хочу поделиться идеями простых, незадачливых цветников из петуний, но которые смотрятся очень красиво. Вот уже несколько лет я пробовала так высаживать, мне очень нравится. Двуцветный цветничок. Вот это... Клубочка только высажена, поэтому здесь петунья ни разу даже не обрывала еще отцветшие. Выглядит она вот так вот в нашей сейчас тяжелой погоде, жаре. Здесь петунья пируэт роза и петунья танго розовая звезда. У них абсолютно одинаковый розовый цвет. Посерединке я сделала поляночку из пируэтов и вокруг обсадила танго розовой звездой. И по краю у меня здесь, возле заборчика, будет многоцветковая анжелика белая. Она как бы будет давать край. И вот такие вот полянки смотрятся просто замечательно. Перейдем еще к одному цветничку. Этот цветничок немножко более сложный. Состоит из 4 кружочков. И по центру я планировала столбик, а потом ограничилась просто горшком с петунией Изи Вейв. Здесь один кустик Изи Вейв белый. Но тоже преобладают цвета белый, но здесь в данном случае и красный. Принцип здесь кружочка. Кружочек красненький, в середине звездочка. Здесь все петунии многоцветковые, однотипные в этих кружочках. Это Генриетта и Марика вместе. Дальше идет кружочек из петунии Генриетта. И посередине анжелика белая. По диагонали от него тоже кружочек из Генриетты. Но еще она здесь вот маленькая. Кружочек, его пока не видно. Но когда петуни наберут свои боковые побеги, они начнут толкаться и будет четко видно кружочки. И последний кружочек, он белый из анжелики, а по центру Генриетта. То есть я посадила по 3 кустика. Серединка и по краю. И вот такие вот немногоцветные клумбочки очень хорошо тоже смотрятся наряду с цветными и наряду со всеми вместе. Получаются такие прямо уголки отдыха. Прошла неделя, и мои петуньки уже начали разрастаться. Погода стоит жаркая, они не очень любят жару, но зато она сухая. Петуньи не любят и дожди. Но эта клумбочка разрастается не так быстро, так как петуньи махровые, пируэты, им надо время, чтобы набрать много силы. Они набирают сразу много бутонов, но уже... Конечно, они изменились. А петунии многоцветковые за неделю изменились значительно. Они нарастают очень быстро. Если учесть, что сегодня 14 июня, а уже фактически виден рисунок. Особенно серединки, которые из 3 кустиков, вот они уже явно полные. И мне придется, чтобы... ровно кружочек держался, немножечко даже помочь кустикам, палочками сделать равномерные кружочки. Все мои кружочки уже явно видны. Серединочка и вокруг петуньки. Вот такая вот красота. Надеюсь, этот цветничок будет радовать меня до самых морозов. Вот такими идеями я сегодня хотела с вами поделиться. Ждите следующих выпусков. Я вам буду показывать разные свои клумбы. И не только из петуний. И оставайтесь с нашим каналом. Подписывайтесь, кто еще не подписался. И до новых встреч!